Так, получив сообщение о бытовой ссоре в одной из квартир, сотрудники сразу же выехали на место. Встретившая их хозяйка пожаловалась на сына, который вместе с другом прямо на кухне квартиры употреблял наркотики. В ходе осмотра был найден пакет с запрещенным наркотическим веществом. В этот день сотрудникам пришлось помогать и другой жительнице Оренбурга, сын которой также принимал наркотики и лез с кулаками на мать. Дебошира взяли практически тепленьким. Он на плите изготавливал очередную порцию зелья. А в завершении дня в ходе уже ночного рейда был задержан мужчина, который пытался украсть тротуарную плитку для личных нужд прямо возле парка железнодорожников. Патрули вневедомственной охраны несут службу на территории жилых секторов, во дворах домов, так что жители города Оренбурга могут непосредственно обратиться по имеющейся у них проблеме сразу же к сотрудникам полиции.